Приветствую вас, друзья! Очень простая практика, которая поможет привлечь в вашу жизнь настоящую взаимную любовь. Вот многие люди ищут свою любовь, как они говорят, ищем вторую половинку и не могут найти. Мы уже как-то говорили, что любовь нельзя найти. Любовь может найти вас сама и никак иначе. Вот когда человек ищет любовь, его внутреннее состояние – это состояние жажды любви. То есть он хочет найти, он жаждет найти. И вот это состояние можно сравнить, ну, с состоянием такой легкой одержимости. И это притягивает со стороны точно таких же, слегка одержимых. И потом люди говорят, ну вот встречаются все не те, как говорится, не мой человек. Вот что нужно? Нужно изменить это внутреннее состояние. Не должна быть вот эта жажда, не нужно ничего искать. Должна быть притягательность. Вот это состояние нужно создать. Вот что у нас притягательным является? Это цветы. Они не тянутся никому, никого к себе не притягивают, но к ним все тянется. Потому что они излучают притягательность. И вот сделайте так. Вот создайте образ такого своего любимого цветка, вот тот, который вам, ну, больше всего нравится. И прочувствуйте этот цветок внутри себя, вот ощутите его, что вы и есть этот цветок. На самом деле это не сложно, потому что, ну, скажем так, все мы, каждый человек, является единственным и неповторимым во всей Вселенной цветком. Вот прочувствуйте вот это свое цветение, прочувствуйте эту притягательность. Все остальное просто отсеките. Вы есть самый лучший, самый уникальный и неповторимый в мире цветок. И закрепите это состояние вот такими словами. В любви живу, любовью дышу. И постарайтесь, чтобы вот это все закрепилось внутри вас. Может быть, сразу это не будет получаться, но практикуя эти вещи, вот, не теряя этот образ, а сохраняя его внутри себя, он все-таки начнет закрепляться. И тогда вы увидите, почувствуете, что все вокруг вас начинает меняться. И в вашу жизнь обязательно придет настоящая взаимная любовь. Вот чего я вам всем желаю. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Всем желаю любви и всех благ.